Чего там? Ничего нет. Чего тебе водички? Спасибо, спасибо, ребята. Спасибо. А пряник ничего. Воды взяла? Воды. Вот и воду несут, видишь как? Что? Пряники возьмите, там пряники, принесите несколько пряников. Пряники? Да, прям в тарелочку. И слушай, Розочка, кипяточку налей сюда, пожалуйста. Кипяточку прям сюда долей, а то крепкая заварка. Салям алейкум, ты откуда, дорогой мой? Казахстан? Да. Какой город? Астана. Астана? О-о-о, столица. Ну, что он тут делает? Работает? Работа, прежде всего, работа. Джоб. Воду все забрали, что ли? Осторожно, позвольте. Рахматуллин. А что это надо? Просто так просто, да. Минеральная вода. А я? Пойдем, мы не станем сами. Готовы начать. Ладно, мы пошли. Пошли, Маша. Мы идем, уходим. Да. Пожалуйста, располагайтесь. Да уже некуда. Ладно. Так, я у вас ни одной тарелки не нет. Да. Проходим. Ну ладно. Ну что ж, добрый день или добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые участники. Я знаю, кто поставил. Еще раз скажу, что мы очень рады вас здесь видеть. Мы сегодня обсудим перспективы культурного и гуманитарного сотрудничества между Саудовской Аравией и Российской Федерацией. Очень хорошо, что это мероприятие проходит в ту неделю, когда в Москве с официальным визитом прибывает король Саудовской Аравии. И мы очень рады, что наши партнеры из королевства Саудовской Аравии такой очень большой, авторитетной группой приехали в наш город, в нашу страну и обсуждают не только культурные, но и деловые вопросы. Ну, сегодня мы обсудим, каким образом мы можем найти взаимопонимание, прежде всего, в культурном аспекте. Я с удовольствием представлю сейчас участников нашей дискуссии с российской стороны. Сегодня я выступаю со-модератором. Моим со-модератором с аравийской стороны выступает госпожа Хода Аль-Халейси, член консультативного совета Саудовской Аравии, член комитета по вопросам глобализации, культурной политики, гуманитарных наук и исследований по вопросам женщин. Она представит членов делегации Королевства Саудовской Аравии, участников нашей дискуссии. Ну, скажу, что вот эта неделя саудовской культуры в Москве – это, конечно, уникальное мероприятие. И, ну, наверное, другой такой возможности познакомиться с культурой Королевства Саудовской Аравии до сего момента у присутствующих здесь в зале, во всяком случае, ни специалистов, ни арабистов не было. Надеюсь, что такие мероприятия будут проходить чаще, надеюсь, что знакомство с культурой Королевства Саудовской Аравии будет теперь регулярным. Я надеюсь, что это будет одно из таких
векторных историй политики королевства Саудовской Аравии. Итак, с российской стороны участниками дискуссии являются Шамиль Идиатуллин, писатель, журналист, финалист национальной литературной премии «Большая книга». Ну и мы с ним как раз поговорим о культурном взаимодействии. Дмитрий Бак, представлю его как директора Российского государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля. Ну и здравствуйте, здравствуйте, Владимир. Алина Сапрыкина, директор музея Москвы и человек, хорошо разбирающийся в культуре, а главное, наверное, я надеюсь, мы услышим несколько советов, каким образом вот это музейное сотрудничество нам наладить между нашими странами. Ну и еще одного участника нашей дискуссии со стороны российской делегации я объявлю. Мария Дубовникова, профессор ГИМО и тоже человек, я, простите, профессором назвал вас. Прям загнули очень сильно. Сильно, да. Да, нет, я представляю президент International Middle Eastern Studies Club. Спасибо, да, простите. Прошу, я тогда передаю слово моему со-модератору, госпоже Ходе Аль-Халейси, и она представит наших уважаемых коллег из страны Королевства Саудовской Аравии. Прошу вас. Thank you very much. My name is Huda Al-Halaisi. I am from Majlis al-Shura in Saudi Arabia, which is the equivalent of the parliament. We are witnessing today a very important rapprochement in relations between Russia and Saudi Arabia through this historic visit in which a Saudi king visits Moscow for the very first time. It is also a continuation of last year's visit by Prince Mohammed bin Salman, when building blocks have been placed and on which a bright and solid future for both countries shall be built. We welcome our distinguished guests who will enrich today's discussion and enlighten us on issues pertaining to politics, economics, and culture. I will start with my colleague, Dr. Sarah Al-Khatnan, who is member of the Shura Council, professor of law and political science previously, vice president of the Human Rights Association, and author of numerous publications and research on relations with Russia and its surrounding areas. I shall follow that with my other colleague, Dr. Noor Al-Yusuf, also member of the Shura Council, professor in the Department of Economics in King Saud University and president of the Saudi Economic Association. She shall be followed by Dr. Basma Al-Amir, one of the leading experts of Vision 2030, CEO of AKBKC and MBO of Management Consulting. Those are our guests. I think that we can all welcome both sides. A very warm welcome to all of our guests. Thank you. Ну что ж, госпожа Аль-Халейси, как вы думаете, с кого из представителей Королевства Саудовской Аравии мы начнем, кому первому предоставим слово? Все-таки правила радушия российские подразумевают, что должны начинать наши уважаемые гости. Thank you very much. We shall start with Dr. Saleh Al-Khatlan. Tafadhal. Shukran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. سعيد بأن أشارك في هذا الحدث وهذا اللقاء والذي يأتي ضمن الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام، ونعتقد أنه حدث في غاية الأهمية، بالإضافة إلى يعزز المسارات السياسية والاقتصادية في العلاقات بين البلدين. وبلا شك أنا طبعا تخصصي علوم سياسية، ولا شك أن اللقاء أغلبه حول العلاقات الثقافية، لكن هناك علاقة بين الجانب السياسي والقيم الثقافية، إن كان في تأثير القيم الثقافية على السلوك السياسي أو إن كان في تأثير السياسات على التوجهات الثقافية.
أنا أعددت ورقة حول تطورات الأخيرة في العلاقات السعودية الروسية، ولكن لأن الوقت قصير لا يسمح فسأختصر هذه الورقة في شكل رسائل أو تغريدات. قبل شهر تقريبا مر 27 عام على استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية. خلال هذه الفترة الطويلة مرت العلاقات بفترات صعود وهبوط، علاقة كانت متأرجحة لأسباب تتعلق بقضايا تهم الطرفين، وإما على مستوى المحلي داخل الدولتين أو على المستوى الإقليمي، وأثرت بلا شك على علاقتهم. لكن منذ 2015 دخلنا مرحلة جديدة، وهناك مؤشرات كثيرة تؤكد أن هذه المرحلة ستستمر في التصاعد، وأنا متفائل ومتأكد أن هذه المرحلة سيكون هناك ثبات، إن لم يكن هناك يعني صعود لن نعود إلى مسألة قضية الصعود والهبوط. طبعا المرحلة الجديدة شواهدها كثيرة، الزيارات الأخيرة يعني زيارات واللقاءات المكثفة بين المسؤولين خلال السنتين الماضيتين وعلى أعلى مستوى، إن كان سمو ولي العهد مع الرئيس بوتين، إن كان وزراء الخارجية، إن كان وزراء النفط وغيرهم، فهذه كلها مؤشرات تدل على هي كثافة في الاتصال وتدل على رغبة في إحداث نقلة في العلاقات. لما الذي حدث حقيقة يعني انتقال إلى هذه المرحلة الإيجابية من العلاقات؟ اللي أراه أنه هناك تحول في المنهجية في العلاقات، هناك ترتيب، هناك حرص شديد جدا على أن تكون النقلة يعني ممنهجة، طريقة يعني التواصل حقيقة، الترتيب. على سبيل المثال الترتيب بزيارة خادم الحرمين الشريفين اللي تولاها أعلى مسؤول في الدولة ثاني يعني بعد الملك مباشرة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان هو الذي كان يشرف على الترتيب لهذه الزيارة. فهناك تحول في المنهجية في العلاقة. هناك كذلك يعني تغير آخر اللي أحدث هذا التحول الإيجابي، وهو تغير في الإدراك. روسيا والمملكة بلا شك أن الرغبة في تطوير العلاقات والارتقاء بها